Я делаю ставки, что большинство из вас скажет, что нет. Ну, прям реально видно, что возили дрова. Вот честное слово. Подожди, это первый автомобиль? Да. И ты сейчас спокойно выбор поедешь? Ну, поеду. Ты пришел с запросом на Логан, на Гранту. И Акцент. И Акцент. Так, друзья, всем привет! Вы снова с нами на канале Clinly Car. Сейчас покажу вам интересный автомобиль. Так, сначала я вам покажу его весь снаружи, расскажу про него, а потом расскажу его изюминку. Это Nissan Tida 2008 года. Так, расскажи мне по кузову, Макс, давай. По кузову у нас, собственно, несколько... Так, я сразу вот сейчас задаю вопрос. Можно снимать, нет? Да, да. Да. Так, вы наш клиент, да. Вы покупаете этот автомобиль, да, да, то есть он подобран. Да. Да, вот я сейчас теперь буду рассказывать про машину. Давай, что по кузову? У нас, собственно, несколько крашеных элементов, так. Не считая пластика, да, бампировки. Есть маленький жучок. Да, это, наверное, второй жучок. Седьмой год. Седьмой год. У нас непосредственно ремонтировалась кромка крыши. Здесь? Да, именно здесь. Здесь у нас пик до 1300 микрон. Ну, здесь 600, где-то пиковое значение было. Ну, дальше? 1600. Дальше все. Дальше косметика. Причем крыша красилась не полностью, 150 вторичная краска. Ага. Здесь у нас уже родная краска. Все, и, понял. И причем переход виден, то есть крыша не полностью красилась. Так, окей. Далее у нас капот, крылья, крыло переднее правое в родном окрасе. Это в родном? Да. Крыло. Здесь видно притертость, да, была. Здесь ремонтировалось крепление фары, появилось. Ага. Здесь либо замяли, либо притерли. То есть здесь пик я где-то нашел до 400 микрон. Ну, 500, вот сейчас было 500. Вот, 500, 200. То есть... Ну, точечно где-то точечно было 500. Где-то здесь, да. Омыватель работает? Омыватель фар работает. Ага. Омыватель лобового стекла. А, нет, омыватель стекла отключен, фар отключен. У нас релюшка лежит в бутылочке. От омывателя? Да, от омывателя. Ага. Значит, дверь у нас в одном окрасе. Это дверь у нас вторичная окраска. Без ремонта, то есть вторичка. Там пик до 160 микрон. И заднее левое крыло с небольшим ремонтом вот здесь. Вот здесь видно, распыление краски. Ага. Это ржавчина. Здесь у нас тоже 400-500 микрон. Без криминала вовсе. Основное у нас кромка крыши ремонтировалась. Но опять же, это болезненные крышки. Ну и приход с типом пера. Сейчас, то есть, ну, визуальные недочеты какие-то мелкие эксплуатационные они есть, есть несколько крашеных элементов. Ну, по сути, раз, два, три, четыре крашеных элемента. Четыре крашеных элемента. Так, пробегусь, покажу салон. Смотрите, друзья, по салону сразу, вот не надо писать комментариев, тут издалека видно, что весь салон нужно мыть, отмывать и химчистить. То есть конкретно этим автомобилем в салоне не занимались. То есть вы видите, да, это надо будет вот хорошенечко все щеточками, губочками, там вплоть до зубных щеток, вот эти все щели, все это промыть. Пробег у автомобиля 200 тысяч километров. Так, подождите. Вот под ковриком чисто, а здесь, видите, все это химчистит. И вот тут нужна химчистка. То есть, я честно скажу, хорошую химчистку вот тысяч за 10 я бы здесь провел. У нас комплектация, все стеклоподъемники, замок, понятно. Регулировка зеркал, складывания нету. Да ладно. А, с Bluetooth. Реально, с Bluetooth магнитола здесь? Да. На этих комплектациях ты уже с Bluetooth шел? Здесь не факт, что она... Здесь по телефону разговаривать можно? Здесь микрофон, да, есть. Микрофон есть, ага. Непосредственно музыку нельзя. Окей, хорошо. Тогда хотя бы есть подключение телефона. Штатная магнитола, кондиционер, все работает? Да, работает. Все, работает. Да, управление звуком на руле есть. Сидушка, ну, на 200 тысяч, что можно сказать. Опять же, после химчистки, после хорошей мойки, выглядит она будет куда приятнее, как и все остальные сиденья. Так, сзади то же самое. Что за ужас тут творится? Вот мне интересно, здесь животных возили или дрова? Ну, скорее дрова, потому что шерсть... А, ну не пахнет, не пахнет, да, животными не пахнет. Ну, прям реально видно, что возили дрова, вот честное слово. Все помнят, да, что у Nissan Tida есть интересная особенность, это регулировка заднего дивана. То есть можно сделать объем салона побольше, можно сделать багажник побольше. Видно, что багажником здесь явно пользовались. Опять же, здесь все это надо будет мыть, приводить в порядок. А теперь самая интересная фишка этого автомобиля в том, что этот Nissan Tida подобран как альтернатива вместо... Забыл, Logan? Logan, Granta,
Логан Гранту и акцент мы искали. В бюджете 200 тысяч рублей. Стоимость конкретного экземпляра 230. Она была 230 заявлена? 200. Она вообще изначально планировалась выставляться по 250 или 260. Угу. Но мы согласовали 230. 230 тысяч. Но она в продаже появилась. Не появилась на объявлениях. Ее ремонтировали привод, поменяли в сборе. То есть она когда зашла, у нее, собственно, клевнул привод. Так. Вот, она простояла полторы недели в ожидании частей. Ага. Собственно, ну, в продажу, естественно, в таком виде она не выставлялась. Ее, ну, не подготовили даже. И как только ее сделали, мы, в принципе, ее сразу... Мы смотрели еще ее в состоянии... Без привода. Да, без привода. А. Как ее сделали, все, можно брать. Тоже. 200, друзья, 30 тысяч рублей. 230. Ну, давайте будем объективными. Что вот если взять вот прям в, так, как все любят, ну, добавим 10 тысяч на хорошую химчистку, да? Допустим, это 240. И сделать, допустим, полировку там за 5 тысяч рублей. 245. Самая низкая цена по Nissan Antida. В принципе, я, честно, не прорабатывал даже рынок по ним, потому что я знаю, что Nissan Antida это, ну, как бы 350-370 это минимум. Да. Это что-то вот такое. Ну, то есть за хорошее битье просят 300. Но и то, и за битье, и 350 просят, мы смотрели. Ну да. Поэтому. Друзья, 270 тысяч рублей. И вместо Логана, либо Гранты, человек получил Nissan Antida. Да, сейчас увидите этот автомобиль в таком виде, но, говорю еще раз, химчистка, хорошая мойка, и все, машинка будет шикарно. 7-й год, настоящий японец, надежные агрегаты, проблем никаких доставлять не будет. 200 тысяч для нее пробег, не пробег. Сейчас мы все это оформим, и, блин, я прям хочу прокатиться на нем. Вот прям хочу прокатиться на Nissan Antida с пробегом 200 тысяч. Да, друзья, забыл сказать, тут целая куча заказ нарядов от предыдущих владельцев. И даже есть договор купли-продажи этого автомобиля 2007 года, когда покупали новый салон. Там прямо три стопки с заказ нарядами, что менялось, что делалось за период эксплуатации. Видно, что денег на автомобиль не жалели, на техническую часть. Салоном, видно, не занимались, то есть действительно, наверное, много чего возили, но по технике не придраться. Заводится шикарно, мотор работает ровно, никаких запотеваний, никаких проблем в работе двигателя не обнаружено. Кстати, кондей работает, но в очень жаркую погоду он слабоват. То есть, скорее всего, подзаправить его надо будет. То есть, холодный дует, но не так сильно, как должен бы. В среднем заправка кондея там 1000-1200 стоит. Ну, у нас, по крайней мере, здесь. Друзья, что скажете? Напишите в комментариях. То есть цена реально низкая. За такое состояние, за вот именно если рассматривать автомобиль с точки зрения, что нужен автомобиль без проблем, то есть именно ездить, именно не вкладывать, не ремонтировать, не вытянутый кузов, да, то есть без ДТП и так далее, то машина обалденная. То есть сел, поехал. Да, есть рекомендация поменять, есть растрескивание на сайлентблоках, на резинках по подвеске. И запотевают задние стойки. В принципе, все. В принципе, больше вопросов никаких по технике нету. Но грязный салон, то есть который надо прям вести в специализированную, грубо говоря, химчистку. И полностью... Хотел слово некрасивое сказать, но не буду. Полностью вымывать весь автомобиль. И багажник, и салон. Для полного, говорю, счастья я бы, наверное, сделал все-таки полировку. Вот сейчас вам не видно. Ну, в принципе, то есть выглядит машина нормально. Хотя, подождите, что я с полировкой-то гоню, на самом деле. Есть слой песка, но царапин-то таких круговых вот этого матовости-то нету. Ну, даже, наверное, полировку нет. Диски, химчистку и диски нормальные, красивые. Либо колпаки какие-то симпатичные. И все. 230 тысяч купили бы вы вот с таким грязным салоном? Я делаю ставки, что большинство из вас скажет, что нет. Потому что чаще всего мы покупаем автомобиль глазами. Если мы садимся и нам неприятно, мы отказываемся. Какой бы он хороший по технике ни был, мы отказываемся от таких вариантов в большинстве своем. Очень правильно поступил наш клиент, что понял, что салон-то помыть можно, а вот найти за 230 тысяч Тиду в таком техническом состоянии, вот это уже фантастика. Это, конечно, огромный плюс. Ладно, напишите в комментариях, взяли бы вы такую Тиду за 230 тысяч или все же искали бы Логан, Гранту,
или акцент. Причем что? Они были бы тоже, кроме Гранта, Логана, акцент тоже были бы приличным годов, и не факт, что были бы лучше. Оп. Ага. Так, лист диагностики сейчас дозаполняется. Соответственно, все показываем обязательно клиенту, то есть, что в результате диагностики было выявлено, все зафиксировано в листе диагностики, по этому листу мы несем ответственность за подобранный автомобиль. Все, вся информация озвучивается еще раз клиенту, все это показывается, соответственно, показывалось на автомобиле. Клиент принимает автомобиль, подписывает, и дальше договор купли-продажи с автосалоном. Почему решил обратиться в автоподбор? Потому что сейчас ситуация на рынке такова, что опасно все-таки нарваться на каких-то перекупщиков, так как я уже, ну, в принципе, это мой первый автомобиль, тяжело. Mm-hmm. Не хотелось начинать с первого автомобиля и сразу такой иметь печальный опыт, поэтому решил обратиться к вам. А вообще выбирал между компаниями, к кому обращаться? Нет, не выбирал. Было дело, я просто, когда ситуацию мониторил в интернете, просто вел автоподбор. Mm-hmm. Смотрю, Clean Li Car. Ну, все, думаю, надо... Зашел, посмотрел просто. Я сначала начал смотреть канал, YouTube канал, Instagram. То есть я смотрел по отзывам людей. В общем, вот, и все в совокупности пришел, в общем, к вам. Ну, значит, делаем все правильно, как говорится. Да, правильно. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот ты доволен результатом? Да, я вполне доволен результатом. Многие напишут, я специально акцентирую на это внимание, что автомобилем многие люди покупают глазами. И вот сев в такой автомобиль, посмотрев, что здесь вот грязно, да, люди, многие отказались бы. А почему тебя это не спугнуло? Ну, потому что, в первую очередь, как мне Максим, сотрудник ваш, объяснил, что говорит, сделаешь химчистку салона, буквально ты сядешь в этот автомобиль, и ты по-другому, у тебя глазами сразу полюбишь этот автомобиль. Ну, так и есть. Тем более за такие деньги, говорит, и, возможно, он и продавался за такую цену, потому что вот он в таком состоянии в салоне, в багажнике и так далее. То есть, а по технической составляющей автомобиль полностью, как бы, ну, там недочеты маленькие, может, есть, но это не так стоит. А когда ты вот определялся, какой автомобиль искать, вот ты пришел с запросом на Логан, на Гранту и акцент. Какие-то еще вообще? Вот было ли такое, что ты за 200 тысяч, например, думала, хотелось бы что-то получше, но, наверное, это будет нереально? Ну, это Lancer 9, это вот в моем... Господи, слава богу, что ты его не захотел искать в итоге. Я просто понял, что это было бы тяжело за такую сумму, и, в принципе, мне надо было как можно быстрее, поэтому так вот все сошлось, получилось довольно быстро очень. Пробег 200 тысяч, почему я нормально отношусь к таким пробегам? Мало кто помнит, или кто давно за нами следит, тот знает, что у меня когда-то был автомобиль Hyundai Elantra с пробегом, я продал его на пробеге 205 тысяч километров, и причем он с тех пор уже наездил, по-моему, наверное, 1030-40. И до сих пор, насколько я смотрю по базам, он не продал, ну, его не продавали, на нем до сих пор ездят. Поэтому для надежных, там, вот для этого же двигателя, для механики, пробег 200 тысяч, он ни о чем. Будет просьба. Как доедешь до Выборга, обязательно отпиши, что все в порядке, в дороге там машина как себя вела, как ты ощущал все это. Подожди, это первый автомобиль? Да. И ты сейчас спокойно в Выборг поедешь? Ну, поеду, хоть. Ну, ты нормально по практике-то так, у тебя? Да. Я думаю, проблем не будет. Ну хорошо, в любом случае, как доедешь, обязательно нам отпишись, ладно? Да. Все, давай еще раз поздравляю тебя. Спасибо. Блин, ну реально классная находка. Все, друзья, спасибо всем за то, что смотрите. Показываем свою работу, показываем реальные автомобили, сколько они стоят на рынке Санкт-Петербурга, в каких местах, где мы их покупаем, при каких условиях, в каком они состоянии. За свои деньги, состояние и машинка вообще топчик. Кто не прав, может кинуть первый в меня камнем. Да, вас много ненормальных, поэтому не надо кидать в меня камнем. Классная машина, в общем, подписывайтесь, переходите в группу ВКонтакте, там еще больше отчетов, больше информации о подобранных автомобилях. Спасибо, всем пока.